И сегодня у нас будет фуд-драфт, но немного необычный. Я буду должен собрать состав с рейтингом 92. Если у меня это не получается 10, то тогда я для вас разыграю аккаунт, который вы можете наблюдать перед собой. Я его сегодня приобрел именно для вас. Если вдруг у меня не получится сделать задуманное за 5 минут. Итак, мы заходим в World Cup Draft, Crysis Draft нажимаем. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас успехи с драфтом. Какой рейтинг вы максимально сумели собрать на этом сайте. Если все же у меня не получается собрать данный драфт, для того, чтобы принять участие, вам нужно все лишь быть подписчиком моего канала. Это обязательно условия, поставить здесь огромный лайк и написать любой комментарий, для того, чтобы программа сумела вас выбрать. А я пока что запускаю таймер и поехали, старт, поехали, открываем быстро, давай. Муриэль, рейтинг 90, идем дальше, его сам 92, на бум, время не теряем, давайте, пожалуйста, ух, пока что очень неплохо идет, ух ты, ничего себе, Иван Ракитич, 84. Вау, Хименес. 95. Что это такое? Это, походу, у меня будет самый лакерный здесь драфт, который только может быть. Тейлор. 90. Первый есть уже, ребята. Идем дальше. Должен собрать. Пока что одна минута ровно прошла. Делаем без нарезочки. Ставим его. По-быстрому все нужно делать. Блин, у меня камера так стоит, то что не вижу, какой рейтинг у кого. Кевин Де Брюйне. Вы сами. Пожалуйста. Давайте долковых игроков. Ничего себе. 92 рейтинг мне нужно собрать. Гузман. Мунье. 91. Джером Ботен. Мац Хумольс. Неплохо. 90 снова. Блин, не получается. Надо 92 сделать каким-то образом. Я просто не представляю, как это сделать, но думаю, то, что у меня получится это сделать. Ах, Игуаин. Люрис. 96. Ни хрена себе тут паки такие. Давайте Кузяева возьмем. Руди. Матеус. Даже икона выпадает. Вот это да. Трипье. Давайте, пожалуйста. Ну. Должно быть 92. Не знаю, как это сделать, но нужно стараться. Ай. 90 снова, ну как же эти 92 сделать? Я просто не понимаю. Пеле, блин. Ах, Вело берем. А что такой маленький рейтинг у Пеле? Мбаппе. Ван Ракитич. Блин, нужно это все быстро делать. Я должен успеть собрать рейтинг 92. Кстати, если собираю рейтинг 92, тогда это квиксельно этот состав. Я думаю, это будет прикольно. 90 снова, ну че ж такое? Тупо всегда собирается рейтинг 90. Пока что 3 минуты прошло, 16 секунд. Нужно все это быстро сделать. Но почему ж не дается никак? 91. Ах, не вижу рейтинг. Блин, его 85. Ну... Не пойдет. Старт овер. Давайте заново сделаем. Нужно пытаться. Глима то, что камера стоит так, что вообще не вижу. Ай, что это такое? Лаги. 100% его ставим. Перес, какой там рейтинг у него? Блин, ну не вижу вообще. Вот так вот поставим, вот так вот хотя бы вижу. 4 минуты и 4 секунды прошло. Должен собрать каким-то образом. 90, давай, пожалуйста. Вау, неплохо. Идем дальше, Погба.
Вау, идем. По нарастающей, пожалуйста. Келлини. Вида. Смис. 91! И надо еще 92 взять. Остается 20 секунд. Пожалуйста, давайте eSports. Ой, блин, eSports уже говорит, давай сайт. Варендерс, 92. Ух ты, ничего себе, Кинг. Остается пару секунд. Блин. 3 секунды ровно осталось. 100% не успею уже, ребята, не успеваю. Да, ребята, у меня все-таки не получилось за 5 минут собрать состав с рейтингом 92. Но вам поведаю одну хорошую новость, то что этот состав, который вы перед собой сейчас наблюдаете, останется вам, и я не буду его квикселить. Просто я думал, если, например, я сумею собрать рейтинг 92, тогда я квикселю этот состав. Если до рейтинга 92 собираю состав, то тогда я даю его вам. Ребята, если вам понравился в этом роде видеоролик, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, полюбить здесь кучу лайков, написать какой-то приятный комментарий. А также обязательно подписывайтесь на мою страничку в инстаграме, для того, чтобы следить за моей историей. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. И всем вам до скорых встреч и хороших выходных. Всем пока!